Всем привет! Меня зовут Алла, и сегодня я предлагаю сделать символ наступающего года быка из глиттерного фоамирана и повесить его на елку. Для начала я нашла выкройку подходящего бычка в интернете, распечатала ее и вырезала все детальки. Также мне понадобится шаблон бычка целиком. Это и будет являться основой для крепления отдельных частей бычка. Поэтому я решила, что вот эти детальки мне не понадобятся. Вырезать бычка я буду из фоамирана трех разных оттенков. Для основы бычка я беру самый светлый оттенок фоамирана. Прикладываю бумажную выкройку и при помощи шпажки обвожу по периметру. Теперь беру ножницы и вырезаю. Сначала я решила вырезать маленькими ножницами, так как думала, что мне это будет удобно, но потом поняла, что лучше вырезать острыми ножницами. Итак, основа для будущего бычка готова. Дальше я беру часть, которая называется мордочкой или носом бычка. Обвожу и вырезаю ее из фоамирана самого темного по цвету. Теперь вырезаю части, которые будут являться передними ножками будущего бычка. Затем копытца и так далее. Подбираю подходящий по цвету фоамиран. Вот здесь, чтобы рожки торчали именно из головы, нужно будет вырезать деталь для головы отдельно. Теперь, когда все детали вырезаны, можно клеить на горячий клей. Выдавливаю немного клея из клей-пистолета и аккуратными движениями распределяю по поверхности деталей.
После того, как бычок готов, беру веревочку, делаю шпажкой дырочку, продеваю веревочку в нее, затем в петельку, затягиваю петельку и вешаю бычка на елку.